Рассказывай, у меня к тебе предложение есть. А? Я собралась уезжать в Эмираты. О, да что ты говоришь? Ты знаешь, я тоже еду в Эмираты. Да что ты говоришь? А когда завтра, да? Завтра. Ты что, я ж не пью совсем. Смотри, я хочу остаться навсегда. Хорошая идея. Поэтому мне надо туда въехать замужней женщиной. Прекрасно. Как смотришь на то, чтобы намужней женщиной? Я? Не уверен. Да как я могу тебе жениться? Ты посмотри на меня. Ну что, вроде все на месте. Не, на месте, но как-то жениться, я как-то вот лучше замуж выйду. А, ты в этом смысле это меняется. Ну, смотри. Во-первых, мне шевелит руками. Мне же выключил. Во-вторых, убери эту футболистическую шапочку. Чего тебе не нравится моя шапочка? Я тебе говорю, не сидите, а ты не возьми. Отвечай. Опусти голос вниз. Хорошо, бог тебе шапочка. Опусти голос вниз. И... О, массы мне, конечно, весь. Давай, у тебя получится, давай. Что, мне надо сказать? Знаешь, я подумала, тебе лучше надо молчать. Давай ты будешь мой глухонемой муж на инвалидной коляске. А то вот это твоя похожа.